Разработка документации пользователя программного продукта. То есть мы поговорим сегодня не о разработке вот как таковой, там, о проекте, о программном коде. Мы именно затронем документацию пользователя программного продукта. Все остальное оставим в стороне. То есть подготовка документации пользователя зависит прежде всего от тех, кто создает продукт и тех, кто его выставляет. А если отсутствует программа в рабочем состоянии, то, естественно, никакая документация дело не исправит. Ну, можно, конечно, составить руководство пользователя, а потом заставить разработчиков по этому руководству делать систему. Можно и таким путем пойти. Но, боюсь, такой подход может не всегда оправдать себя. То есть, если программа не найдет своего пользователя, то документацию некому будет читать. Вот еще и такая вот проблема. Вот, то есть, должна быть программа в рабочем состоянии.